Здравствуйте! В эфире информационная программа Kids TV News. С вами Милана. Не за горами зима, время снега, мороза, льда и, конечно же, фигурного катания. Благодаря телевизионному шоу «Ледниковый период» этот вид спорта становится все популярнее. Как развивается этот вид спорта в Риге и что нужно для того, чтобы стать профессиональным фигуристом? Наши корреспонденты побывали в детской школе фигурного катания и получили ответы на эти вопросы. Подробнее в нашем сюжете. Раз пришел на каток, вы можете сказать, будет ли он дальше хорошим фигуристом? Это, конечно, очень сложно, но мы, конечно, смотрим, интересуемся, какие родители, какого роста, какого веса. Мы смотрим на гибкость. Очень важно стремление и желание родителей, ну и, конечно, ребенка в первую очередь. Если очень высокий, конечно, тяжело фигурным катанием заниматься. Я закончила академию и уже на третьем курсе набрала деток и работала тренером. Ходили по детским садикам, набирали маленьких деток, делали отбор. И так было. Первая группа где-то, наверное, человек 6 было, 7. Потихонечку, с каждым годом у нас становилось все больше и больше. И вот сейчас у нас один из больших клубов. Мы показываем очень хороший результат. Мы ездим на очень многие международные соревнования. И обычно больше половины участников моих занимают призовые места. Мы считаем, что это очень хороший результат. У нас уже приходят маленькие детки уже с 3 лет на фигурное катание. А ограничений по возрасту точно никаких нет, потому что сейчас это стал очень популярный вид спорта. Стало много любителей, стали и пожилые люди приходить, заниматься хобби с классом. И уже многие, если посмотреть, уже и 60, и 70 лет люди приходят, катаются и даже участвуют в соревнованиях в таком возрасте. Сейчас фигурное катание в Латвии стало очень развиваться. Я думаю, что в ближайшие годы мы увидим спортсменов сильных и на мировой арене. Если родители кто-то считает, что у них хорошие, талантливые дети, приходите к нам в фигурное катание. А я уже умею прыгать двойной рибергер, двойной сальфо, еще вращение некоторые знаю. Ну, это может быть волчок, еще может быть либелом. Почему ты решил заняться фигурным катанием? Когда я первый раз попробовала, мне понравилось. Мне этот спорт больше нравится, и он как бы сложный, и для меня больше подходит. Я занимаюсь с 4 лет. Я умею делать двойной лутц, двойной флип и двойной сальто. Желаю и вам успехов во всем, что вы делаете. Пока!